Опа, пойдем-ка вон туда. Прикольно, я еще тут, кстати, не был зимой. Ну вот так вот здесь. А там, кстати, в этом году делают снежные скульптуры. А тут ребятишки с горки спускаются. Ну, так выглядит парк-арена у нас в Новосибирске. Томск. О, какая сложная работа. Якутск. Вот это да. Красиво выполнено. Сложная работа. Такой чан. Ну тоже. Это у нас Луганск. О, классно. Так, ну выпишите в комментариях. Это у нас Новороссийск. Дракон. Вот. Пишите в комментариях, какая работа вам понравилась. Опять Новосибирск. Вот тоже что-то прям сложное такое. Орел. Это дерево или что-то. Во. Главное, не обрушилось бы это. Вот это да. Хабаровск, Санкт-Петербург. Во. О, какое лицо. Яровое, Томск. Так, у меня уже руки начинают мерзнуть. Это Москва. Ну да, типа лодка. Так, тут у нас что? Тут у нас Кызыл. О, фига себе. Классно. Идет процесс работы. Так, ну и тут похоже на матрешку что-то. Омск, Гавана, Куба. Да, матрешка что-то похоже. А тут еще пока новогодний маршрут. Окей. А тут каток и елка. Родина снежных баб. Так, вот там какие-то маленькие. А он, кстати, ну не знаю, что там, можно подойти, нельзя. Туда поближе. А вон на правом берегу наш этот самый кольцо. Тут поменьше снежные скульптуры установили. Так. Сила природы. О, снежная баба. Такая вот. Я родился. Так. Снежные матрешки. Прикольно. Снежная бабочка. Прикольно. Вот, красиво. Так, что у нас тут еще? Зимняя краса. Это я не буду Зимняя фотать. Краса.
А что? Зимняя краса, надо фототь. Снежный дельфин. Прикольно. Сфотографирую бабушку. Барышня. О, прикольно. Ну тут еще будут делаться работы. Баба Яга. О. Яга, точно. Ну, тут еще в процессе будет все это дело. На такой возвышенности тоже скульптурный объект, такой вот снежную бабу стеклянную. То есть тоже можно подойти и сделать. Ну, сейчас, видимо, еще нельзя. Хотя в новостях написали, что установили арт-объект, а еще нифига не установили. Ну, то есть можно прикольные фотки сделать поближе. То есть подойти к этим матрешкам и как бы это такой типа эффект фишая, да? Что-то похоже на это сделать. О, цены здесь. Точка кофе. Там где-то видел глинтвейн. О, глинтвейн. Так, с этой стороны тоже. До 20 работает. Так вот. Ну а здесь тоже расположен закусочный, желток. И кофе. Кофе. Давайте посмотрим, что по ценам. Капучино 170. Ток. В чашку кофе. Здесь вот такие цены. Можете поглядеть. Вот. И сидим, наблюдаем за... Так вот. Ням-ням-ням. Аппетитный сэндвич взял. С чем взял? С ветчиной и сыром, да. А мы не зайдем, прямо какие-то соски делают. Сосочки. Сосочечки. Да? Ну вот Новосибирск мне нравится. Мы сошлись во мнении, что вот Новосибирск прикольно, как такое гнездо, да? И вот мне еще вон та вот, где Чан, вот тот вот вообще, как-то, как это сделать, вот там вот такую штуку, вообще.